Начну со спойлера. Надежда Суслова – первая в России женщина-врач. И она из Нижнего. И это в то время, когда женщины не только не получали высшего образования, у них даже паспорта не было. Их вписывали в паспорт отца или мужа. Чтобы получить образование, Суслова поехала в Швейцарию. Но и там на нее смотрели, как на сумасшедшую. Женщины и там учились крайне редко. Тем не менее, она стала первой русской женщиной с дипломом доктора медицины. После Надежды Суслова вернулась в Нижний Новгород. Здесь в то время бушевали оспа и холера, и Надежда принялась за лечение простых больных из Гордеевки, Сормова, Молитовки. Причем денег за это она не брала, а иногда даже оплачивала им лечение, о чем сами больные даже не знали. После Надежды Сусловой сотни девушек стали ехать за границу получать медицинское образование, и началась целая эпоха женщин-врачей.